Талант нашей следующей участницы подчеркивает, что в Central Asia's Got Talent нет ограничений ни по возрасту, ни по жанру таланта участников. Лала Гусейнзаде рисует песком так, как не всякий художник смог бы кисточкой. Заданы, так сказать, параметры там, времени, музыки и так далее, именно вот, техничности исполнения, в то же время минимализма, получилось очень круто. Было очень правильное решение сделать, ну, буквально, так сказать, три кадра и ими все сказать. Краткость, сестра таланта. В первом туре я осталась недовольна своим выступлением. Накануне ночью я усердно готовилась и не смогла уснуть. А в этот раз я очень хорошо подготовилась. Номер на полуфинал был продуман за несколько месяцев, и мы обсудили каждую деталь с организаторами. В этот раз я покажу все свои возможности. У меня шикарное настроение, я чувствую себя воодушевленно и мой дух на подъеме. Я пришла на проект, чтобы показать себя, и я не упущу такой шанс показать свой талант перед большой аудиторией Центральной Азии. В полуфинале тема моего номера связана с войной. Главный посыл состоит в том, что нужно остановить войну. На земле должен царить мир и покой. В творчестве я все делаю сама, мне никто не помогает. Я все придумываю сама, от А до Я. И считаю, что человек должен мотивировать себя сам. У меня есть цель. Я хочу стать победительницей этого шоу. На данный момент я сконцентрирована только на этом шоу. Лала у нас работает ровно год. И в коллективе все мы полюбили ее. Она у нас добрая девочка, талантливая, ответственная. Мы уверены в ее талантливости. И мы ей желаем ей удачи. Мы знаем, победа за ней будет. Я желаю ей удачной поездки, хочу, чтобы у нее все получилось. Мы за нее будем переживать, мы верим в ее победу, мы будем болеть за нее. Это мой руководитель, это мои ученики, они меня поддерживают. Это очень приятно, хорошо, что они у меня есть. В принципе, из песка до сих пор много чего строится, но только художники, как Лала Гусейнзаде, созидают настоящее искусство. Что это такое? Пришла война.
Новый шедевр от Лалы Гусейнзаде. Я хочу донести месседж всему миру. Пусть всегда будет мир. Мы должны сказать «нет» войне, так как война отражается на детях. Я призываю людей к миру. Жизнь нам дается один раз, и она не должна уничтожаться войной. Очень даже актуальный лозунг, я думаю. Серик, как тебе творение Лалы? Лала, я благодарен вам за то, что в такое, казалось бы, уже известное, понятное искусство, как сэндшоу, вы внесли новые нотки. Вы создали целую историю, при этом очень коротко, буквально тремя картинами. Сделали это очень серьезно, очень вдумчиво и очень, очень доступно и очень важно. Спасибо вам большое. Вы знаете, что разглядел за этой картиной? Вот какую-то такую тонкую, чистую, очень такую ранимую душу нашей Лалочки. Вот даже в голосе ее, насколько она очень так, знаете, по-своему очень чувствует этот мир. И вот этот ее посыл, она как сама как голубь мира, вот, хочет, чтобы все было красиво, чтобы ангелы нас защищали, да, как в ее картине. Я по-своему как немножко прочитал. Бізде қазақта айтады ғой, жақсылыққа жорып деп. Сондықтан менің ойымша, бейбітшіліктен басқа бұл дүниеде асыл зат жоқ. Аман болайық бәріміз. С точки зрения человека искусства, это было сделано, показано на высшем уровне. Спасибо вам большое за глубокий смысл вашего номера. Спасибо, удачи!